Привет, друзья! Расскажу, как заменить комплектный Android дешевый пульт от приставки вашим телефоном. Еще в добавочку получить хорошую аэромышь и клавиатуру для набора текста. Значит, воспользуемся такой вот программкой Zenk Remote на вашем телевизоре. Находим ее в Play Market и устанавливаем. Проблем не возникнет. Главное дать все разрешения, которые попросит эта программа. После того, как вы предоставили все разрешения, нужно также сделать, чтобы программа все время была включена и не отключалась. Для этого заходим в настройки, приложение, специальный доступ. И здесь интересует нас пункт экономия энергии. Здесь находим среди множества программ нужную нам программу и обязательно ползунок напротив этой программы переводим в значение «выключить». Это очень важно. После чего устанавливаем такое же приложение на вашем мобильном телефоне, найдя его в Play Market. Запускаете приложение, нажимаете «Подсоединиться к своей приставке». И после этого вы можете вот так вот по тачпаду водить, и ваш курсор будет двигаться по экрану телевизора. Это очень удобно. Можете включить режим управления аэромышью. Но эта функция доступна лишь, если у вас установлена программа Zenk Remote версии Pro. Также удобна возможность включения клавиатуры для набора текста при поиске в веб-браузере, например. Вводите все на клавиатуре телефона, и все это очень быстро отображается на экране. Друзья, спасибо за просмотр. Смотрите также мои другие видео. Если что-то непонятно, пишите в комментариях. До новых видео. Пока.